Всем привет, с вами снова ваша Супергекта, и сегодня я снимаю видео о покупках продружки. Всем привет, с вами снова Супергекта, и сегодня я хочу вам показать свои новые покупки в магазине Подружка. Если вам интересна такая тематика, то непременно оставайтесь со мной. Кстати, одна из покупок уже на мне. Ну тогда с этого начнем. Кстати, у меня было два захода в Подружку, и поэтому как раз таки начнем с первого. И в первом заходе были вот такие вот мелки Dance Me Hair Graffiti. Ну, как вы понимаете, да, граффити. А мелки для волос Divash, марка Divash. Отдала я на них, по-моему, 365 рублей, для того, чтобы получить подарочек, его, естественно, тоже получила, и позже вам покажу. Вот такая яркая коробка, да, вот мелочки уже были использованы. Сейчас я вам покажу саму коробочку. Здесь цвета вот так вот, вот мы можем видеть, да, где какой цвет лежит. Кстати, если будете класть назад, то тоже не перепутайте. Далее выдвигаем, здесь находится черная коробка, все так выглядит довольно-таки элитно. Но вот сама черная коробочка открывается сложно. И вот сами мелочки. Вот они какие красивые, яркие. Несколькими я уже попользовалась. Итак, смотрите, на моих волосах сейчас находится фиолетовый. Ну вот видно, да, достаточно ярко. С этой стороны видно хуже. Давайте, ну с этой свет падает хуже. Не знаю, с какой стороны показывать. Ну, в общем, здесь тоже фиолетовый. Первый желтый, очень его хорошо видно на камеру, несмотря на то, что цвет волос у меня и так такой немножко желтоватый, да, но все-таки видно, что более яркий, но хорошо будет смотреться на черных волосах. И оранжевый, но вот оранжевый как-то плоховато видно, вот, он не совсем прям оранжевый, ну, вот такая красота. Давайте я вам расскажу о самих мелках, во-первых, как ими пользоваться, а между прочим, все это также написано вот тут вот. И нарисовано даже с картинками, смотрите. Вот необходимо одеть перчатки, а волосы должны быть влажные, наносите, значит, на волосы этот мелок, ну и все, ждете высыхания. Ну а когда вы решите все-таки избавиться от этих мелков с волос, достаточно просто помыть голову. И у меня это первый опыт с мелками и мои впечатления. Ну что сказать, они не красятся в принципе. Пока вот они сохнут, да, они красятся. Естественно, там надо одеть какое-то полотенце, да, на плечи, или что вам там не жалко. Вот, так в принципе отстирываются они легко. Стираются с кожи тоже легко. Я проверяла, поэтому можете не морочиться и просто снять одежду и вот так, собственно, и делать. Подумаешь, потом взяли, смыли, или вот я влажной салфеткой протирала. Ну, в общем, наносите мелки на влажные волосы. Ну, как вот я, например, сейчас нанесла, именно помыла голову и тут же распределила мелки. Но это было удобно. Также я использовала их по-другому, то есть брала прядь волос, мочила и также наносила мелки, ждала, когда именно пряди высохнут. Даже не знаю, что удобнее. Ну, если в отдельной пряди, меньше маркости, вот, пожалуй, так. Когда мелки высыхают, приобретают такой приятный оттеночек, очень даже классный. Стойкость их, в принципе, неплохая, но не идеальная. Вот благо, что они вот так прикасаются и не красятся, но к одежде, если вы будете прикасать к светлой, покрасится обязательно. Тоже, к сожалению, был уже такой опыт. Поэтому не делайте этого, не делайте, со светлой одеждой особенно. Так, дальше, вот если вы, ну как бы, да, волосы надо расчесать, что делать? Расчесать надо. Вы расчесываете волосы, и мелки начинают пылить. Я прям вижу, как от них пыль отходит. И самое главное, что эта мелковая пыль попадает в нос, и у меня прям, знаете, аж, во-первых, начинает как-то першить, потом образовывается ком в горле и какое-то неприятное ощущение в целом. Я вот переживаю, не токсичны ли они вообще, не знаю. Давайте я вам прочту состав. Итак, состав: тальк, силика, магнезиум, стеарат. Ой, сколько здесь всякой химии. Не буду вам все зачитывать. Значит, здесь расписаны цвета также. Произведено в Китае, а вот это уже напрягает. Может, они правда токсичны? Ой, ладно. А то, вы знаете, в Китае делают какие-то игрушки детские, которые реально токсичны. Это опасно, серьезно. Не знаю, не знаю. В принципе, ради забавы классно, да, использовать. Но на постоянной основе, думаю, не стоит. Итак, что еще вам по ним сказать? В принципе, вот, внимание, результат может отличаться от зависимости типа и цвета волос. Не подходит для искусственных или нарощенных волос. Если мелок сломан, это не влияет на его потребительские качества. Но это очевидно.
Ну, в общем, да, естественно, какой у вас изначальный цвет волос, такой будет результат. Я вот покрасилась, теперь, естественно, все стало таким ярким. На мои волосы, ну, на мой натуральный цвет, а он у меня был темно-русый, честно говоря, они ложились, ну, слабо видимые, да, то есть, естественно, я их, ну, накрашивала, их было видно, ну, слабенько вот эти цвета. Сейчас же их видно довольно ярко, а если у вас вообще белый цвет волос, то будет вот так, идеальнейше. Вот и все, в принципе, могу советовать, мелки мне понравились, но будьте осторожнее вот с этой вот пылью. То есть, если пыль не будет создаваться, то, значит, скорее всего, вам не будет попадать в нос, хотя не факт, в этом не уверена, может быть, как-то я где-то не замечаю. Когда наносите, они, конечно, не пылят, потому что, ну, все мокрое. Все, ладно, хватит по этим мелкам, берите что-то. И получила от Диваш я вот такой замечательный подарочек. Честно говоря, я думала, опять будет какая-нибудь ерунда, потому что у них обычно косметика, честно говоря, качество очень плохого. Но мне понравилось данное покрытие, оно потрясающее. Ну, во-первых, цвет очень красивый, я имею в виду блесточек. Ложится хорошо на ноготь, хотя что тут ложится, тут одни блестки, да? Не, ну всякое бывает. Вот такая кисточка, очень тонкая, но ничего страшного. Сохнет быстро. И выглядит весьма и весьма красиво. Сейчас я вам покажу его на ромашечке. Вот этот цвет на ромашке. Конечно, на камеру он не так эффектно выглядит, как здесь, в реале. Но поверьте мне, лак действительно красивый, прекрасное топовое покрытие. Если его грамотно сочетать с подходящим цветом, получается красивый маникюр. Так, сейчас я посмотрю какой-то оттеночек, чтобы вам посоветовать его к покупке. Это 10-й оттеночек. Party Style, именно такая серия, поэтому берите, реально, вот очень клевое покрытие, я уже поносила маникюр с ним и вот осталась в восторге. Так, далее, последнее, да, что я в первый заход взяла, кстати, будет две части, сейчас я покажу до конца вам то, что я взяла в первый заход и, соответственно, будет вторая часть, второй заход. Это вот такая яркая, замечательная расческа! Да, почему я решила ее взять? Потому что я очень-очень привыкла к расческе Tangle Teaser, но она у меня компактная, я ее ношу с собой и постоянно вынимала из сумки, потом клала назад, но это очень-очень неудобно. А покупать большую, да, Tangle Teaser я не хотела, так как боялась, что будет тоже вот этот вот брак. И я поэтому решила попробовать вот такую. Я прям в магазине взяла ее, попробовала на волосы, провела. Я такая думаю, если вот прям хорошо расчешет, 100% возьму. И взяла, да-да-да, видите, я честная. Потому что она хорошо расчесала мои волосы. Очень мне напомнила Tangle Teaser, но она расчесывает мягче. Естественно, здесь не так часто зубчики расположены, поэтому она расчесывает мягче, но при этом прочесывает волосы. Но я не могу сказать, что супер идеально. Она их не дерет вообще, кстати говоря, вообще не дерет. Ну, смотрите, какая она яркая, такая красивая. А здесь зубчики волнистые. И это прикольно. А самое главное, когда вы расчесываете волосы с мелками, то, ну, подумаешь, она немножко испачкается. Значит, все равно разноцветная. Хотя, конечно, это не так. Вот здесь вот ободок пачкается очень сильно. Угу. Что еще раз доказывает, что мелки все-таки слазят постепенно, но куда денешься от этого. Вот здесь сзади находится зеркальце, вот зеркальце, и оно очень-очень хорошее. Вначале я подумала, зачем оно вообще нужно, зачем это зеркало, но в действительности оно оказалось реально полезным. Вот расчешите свой раз так и в зеркальце смотрите, а как, что, нормально все расчесалось или нет? Или там, не знаю, даже вот просто накраситься тоже очень удобно. Я смотрюсь в расческу. Наверное, со стороны реально это выглядит как-то немного неадекватно. Ну и ладно. Зато удобно. Факт. В общем, хорошая расческа, но вот черная матовая здесь поверхность, которая неплохо пачкается даже от ваших пальчиков, если вдруг они вспотели, почему-то влажные. Ну вот, ну, неважно. Так, собственно говоря, я рекомендую данную расческу покупки, тем более, что она стоит до 500 рублей. Почему нет? Это марка Lady Pink. Расческа для волос с зеркалом большая розовая. Она розовая? В каком месте? Некоторые зубчики, да, они розовые, но назвать ее розовой. А, вот в чем подвох. Ну да, тогда да, розовая, конечно. Я вначале вообще подумала, написано розовая. Ну ладно, ладно. Все, что я хотела вам сказать по этой расчесочке. И, естественно, настоятельно рекомендую приобретать, потому что
Потому что она клевая, да, она отлично справляется с расчесыванием волос. Из минусов скажу только то, что когда ей расчесываешься, она иногда свистит. И лично мне это не очень приятно. Свистящая расческа. Ну вот и все, к сожалению, мой ролик подошел к концу. Я надеюсь, он был для вас интересен и, конечно же, полезен. И если это так, то не забываем ставить лайк. И помните, что впереди еще один заход. Да-да-да-да. Вторая часть видео о покупках в магазине «Подружка». И если у вас возникло желание подписаться на мой канал, знайте, это правильное желание, поэтому не отказывайте себе в этом. Ну а я, в свою очередь, желаю вам отличного настроения, замечательных покупок. И пойду-ка я смотреться в расческу. А, да, конечно же, с вами была ваша Супергекта, и пока-пока-пока-пока!